Сегодня мы к вам пришли, чтобы рассказать, как правильно чистить зубки. В клинике при кафедре детской стоматологии и ортодонтии Медакадемии урок профилактики. Эти молодые специалисты в детстве стоматологов не боялись, и многие с детства мечтали стать врачами. Мои родители стоматологи, и в детстве мои основные игрушки – это были какие-то стоматологические принадлежности. И когда я выросла, я не представляла себя в какой-то другой профессии. Это все как-то так постепенно и само собой просто произошло на самом деле. Ну, потом интерес просто появился, когда уже осознанно это начала понимать, что это на самом деле интересно и все равно престижно. Студенты-ординаторы и интерны подходят с выдумкой и к приему пациентов, и к занятиям по профилактике. В красном домике уют, в красном домике живут. Крепко дружат малыши, голыши, крепыши. Стоматологам приходится быть креативными во всем, чтобы ребенок не боялся, могут и песенку спеть, и сказку рассказать. Главное быть всегда в хорошем настроении, улыбаться, не чувствовать себя именно взрослым с детьми, а тоже представлять себя таким же ребенком, тогда общение не будет составлять тогда. То есть быть наравне с ними. Щеточку располагаете таким образом, чтобы от красного к белому, то есть от десенки к зубику. Современная медицина не стоит на месте, и сегодня поход с ребенком к стоматологу, скорее всего, не будет похож на пытку. А уж если врач сумеет отвлечь малыша от главной цели визита, стоматолог станет не главным кошмаром детства, а, возможно, хорошим другом.